Итак, госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий в городе и на загородных трассах. Уже этой ночью начнется резкое потепление. На смену 30-градусным морозом в краевой центр пройдут плюсовые температуры. Вместе с ними сильные снегопады и гололедица. К утру четверга столбики термометров поднимутся до минус 10 градусов, а к концу дня потеплеет до минус 5. В пятницу вообще обещают плюс 1. Автоинспекторы говорят, видимость на дорогах значительно ухудшится. Полицейские настоятельно рекомендуют неопытным водителям не выезжать на дороги. Предельную осторожность должны проявить и пешеходы. В настоящее время личный состав госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам. Кроме того, на контроле находится уборка проезжей части, а также выход снегоуборочной техники. Кроме того, хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они не совершали резких ускорений либо торможений, потому что в данном случае может произойти занос транспортного средства.